В Бразилии найдена мертвой Лалва Брас, певица, громче имени которой оказалась ее песня «Ламбада». В 1989 году от композиции группы «Каома» сошел с ума весь мир. Советский Союз не стал исключением. Не звучала песня разве что из холодильников и утюгов. Такую же популярность получил и танец. Тем трагичнее сейчас подробности смерти Лалвы Брас. Преступники проникли в гостиницу в Рио-де-Жанейро, принадлежащую певице. Затолкали хозяйку в машину и подожгли. А в доме устроили пожар. Отель находится в уединенном месте на побережье, так что, видимо, была и попытка ограбления. Полиция уже задержала подозреваемого. Лалве Брас было 63 года. Это эксклюзивные кадры, снятые моими коллегами. Только прошлым летом съемочная группа Первого канала побывала в гостях у певицы в том самом доме. В Рио как раз тогда была Олимпиада. Лалва Брас была страстной волейбольной болельщицей, но, конечно, нельзя было не поговорить о том, как у нас любили ее ламбаду. Я знаю, что в России, впрочем, как и в остальных странах Восточной Европы, люди имели схожие чувства, потому что там у вас все было как в случае с классическим балетом, все очень строго, немного так по-военному. И тут люди, конечно, очень удивились, увидев такое.